В конце этой недели в 7 городах Латвии, в том числе и в Даугавпилсе, у всех желающих, независимо от того, входят ли они в какую-либо из приоритетных групп, будет возможность вакцинироваться от COVID-19. Вакцинация будет проводиться вакцинами AstraZeneca. В нашем городе вакцину можно будет получить 17 и 18 апреля с 9 утра до 5 вечера в Центре массовой вакцинации по улице Парадос 7. Центр массовой вакцинации в спортзале Дворца культуры по улице Смилшу 92 на этих выходных не работает. Вакцинация будет проходить по принципу живой очереди. При этом для тех, кто входит в одну из приоритетных групп, будет специальная очередь. Никаких дополнительных подтверждений соответствия приоритетной группе при этом не потребуется. Специальная очередь в конкретном месте позволит привиться быстрее по сравнению с другими людьми, желающими пройти вакцинацию. Для остальных желающих вакцинироваться будет создана вторая очередь. Вакцинация будет проходить без предварительной записи, и вакцинироваться сможет любой житель, прибывший в центр вакцинации в его рабочее время до того момента, пока вакцина не закончится. При себе нужно иметь только паспорт или ID-карту. На месте врач или помощник врача тщательно оценит состояние здоровья каждого человека, чтобы убедиться, что для получения вакцины нет никаких противопоказаний. Те, кто ранее уже записывался в очередь на вакцинацию на сайте manovaccina.lv по телефону 8989 у семейного врача или в каком-либо из центров вакцинации, на этот раз специально приглашать на вакцинацию не будут, но и не могут воспользоваться возможностью привиться в порядке живой очереди. Тем не менее, чтобы обеспечить успешный процесс вакцинации в течение всей следующей недели, жители призывают приходить только в том случае, если на ближайшее время еще не получено приглашение провести вакцинацию в каком-либо другом месте. На вакцинацию рекомендуется приходить постепенно, в течение всего дня. Координатор этого процесса в Даугавпилсском самоуправлении Илона Скринда отметила, что наш город получил немалое количество вакцин, и их должно хватить на всех желающих. Жители также просят соблюдать требования эпидемиологической безопасности, соблюдать дистанцию в 2 метра и использовать прикрытие для носа и рта. В случае возникновения вопросов о работе центров можно обращаться по бесплатному информационному телефону 8989. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.